Я считаю, что мы заслужили досрочно чемпионство, и это справедливо. На самом деле нет разницы. Главное быть чемпионами, какая разница когда. Что в начале чемпионата, что в конце. Ну нет, давайте мы, конечно, решим все заранее. Но с прямым конкурентом было бы именно эмоционально, наверное. Честно, неважно вообще заранее стать, либо стать в последнем матче. Это те же эмоции. Просто если это последний матч, то, наверное, напряжение больше, больше таких стрессовых ситуаций. Тяжело оставлять все как это, да, на крайний матч. Тем более мы в том году столкнулись с этим. Не хотелось бы. Да, и не думать, что мы перед Краснодаром выйдем такими расслабленными. Да, на Краснодар мы настраиваемся больше, чем на всех, поэтому нормально. Мы очень хорошо провели сезон, и никаких осечек не должно быть, и мы этого не допустим, поэтому мы идем к своей цели, и осталось совсем чуть-чуть. Не говори гоп, пока не перепрыгнешь это раз, потому что всякое в жизни бывает. После серебряных призеров и обладателей кубка хотелось, конечно, максимального результата добиваться. И в этом году команда проявила, мне кажется, все свои возможности на сегодняшний день, чтобы добиться этого результата. Красивая история, которая шла поэтапно, начиная там с безрезультативности нашей 4 года назад и сейчас. Кажется, это наивысшее достижение, которое важно. Это яркое событие для Локомотива, это яркое событие для каждого из нас. Я пока не могу представить, какие это будут эмоции, потому что я еще ни разу не выигрывала чемпионат. Но я думаю, это будут запредельные эмоции. Кайфуйте от игры, молодцы. И приятно вас смотреть, умнички. Поздравляю вас!